по уровню идет вторым, после Конституции. Там в законе там есть статья 20-1, что пункт 9, что аудио, видео, фиксации разрешены, то есть они должны быть. Вы мне сейчас препятствуете наблюдению. Если вы против, вы скажите, что против. Я не буду ставить камеры. Но это я все зафиксирую. Вы и в акции... нам мешаете. Нет, вы не даете мне ставить. А нам сказали. Нет, вам сказали. Ладно, скажите, вам сказали. Вы сейчас нам препятствуете. Хорошо, нет, вы мне тоже не препятствуете. Препятствуете? Вот. Нет, я по закону нет, должен могу вообще ставить. Работа сейчас, а вы нам мешаете. Нет, вот смотрите. Вы мешаете. Вот там, пускай это работает. Это специально вы делаете. Вы председатель же. На орган. Не... Нет, вы же запрещены. Не... Пожалуйста, не надо снимать на внутрь. Да почему? О, да не надо. Вы мне тоже запрещаете ставить камеры. Конечно, запрещаю. Давайте это, представьтесь, пожалуйста. Пожалуйста, вы запрещаете мне. Я просто, это конституционный закон. Он выше всех, кроме Конституции. Да можно снимать, что вы сами придумаете? Нет, не надо снимать. Ладно, хорошо, вы подальше, я этого не вижу. Так, старший сержант полиции Абил Касымов. Куандык Абил Касымов. Так, какого раз 26-го? 23-го. За 23-го. Хорошо. Вот мне запрещают ставить камеры сержант Абил Касымов, потом председатель комиссии запрещает мне устанавливать камеры. Это сегодня 10 января. Так, 10 января и участок номер 33, находящийся в здании вокзала, автовокзала Самал, города Шымкент, Абайский район. Мне поставлен запрет, так что я даже здесь не буду находиться, потому что это уже говорит, что будут фальсификации. Возможно, быть фальсификации. Поэтому я здесь отказываюсь даже быть наблюдателем. Вы наблюдатель, вы сидите... Нет, 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 я должен камеру расставить. Пожалуйста. Вы представьтесь, пожалуйста, так. Телебаева. Вот давайте, давай, вы обязаны это все? Я Телебаева. Обязана. Так. Телебаева Айжамал Кадыровна, да? Так. Вы должны были вчера... Я вчера приходил. Приходили. Да, а да я могу даже сегодня вчера прийти, мне какая разница. Я вчера пришел, зарегистрировался. А камеры ставить, это мое право же есть. Все, вот запрет мне пришел, так что я просто собираюсь и уезжаю. А нет, я зачем? Я буду говорить сейчас, буду стоять и говорить каждому избирателю, что мне запрещены камеры. Хотя по конституционным законам мне не запрещено это делать. Я буду каждому избирателю говорить. Акт составляйте сейчас? Да, акт составляйте. Не сайлял. Конституционный закон, вы против конституционного закона идете. Акт составляйте? Хорошо, вы против конституционного закона идете. Это препятствие наблюдению. Кишиневский... согласно Кишиневской конвенции, которая гласит 14 статья, подписана Назарбаевым в 2002 году, в 2007 году. Там все были представители СНГ. Он два раза подписал эту Кишиневскую конвенцию. Согласно статье 14, аудио-видеофиксация разрешена. Пожалуйста. Это вы против конституционного закона идете. Незаконно вы. Это все будет в ОБСЕ, все отправлено будет. Сейчас здесь будет. На тебя составить. Да пожалуйста, составляйте. Вот наблюдатели. А здесь камеры снимать запрещено, знаешь? Нет, не запрещено. Запрещено. Да не запрещено, это вообще общественное место. Это. Нет, запрещено здесь. Да, вы официально говорите? Вы официально это говорите? Нет, вы официально это говорите? Вы официально это говорите? Давай, наблюдатели, вот мне запрещают снимать, камеры снимать, потому что говорят, что это... Так, здесь общественное место, во-первых. Во-вторых, конвенция Кишиневская дает разрешение, подписал Назарбаев в 2002 году, 2007 году о том, что это... Так, статья... Конституционный закон говорит, статья 20-1, пункт 9, аудио, видеофиксация разрешена на выборах. Так что это препятствие наблюдению идет. Это прямое нарушение, прямое нарушение.
конституционного закона, который по рангу стоит на втором ранге после Конституции. А их постановление от ЦИК, оно даже не зарегистрировано в юстиции. Все, я больше ничего не буду говорить, но наблюдателям я буду, то есть не наблюдателям, а каждому избирателю я буду говорить, что здесь противозаконно идет. И вы, товарищи, особенно вас касается, вы почему не это бездействуете? Это же они против Конституции идет. Почему вы бездействуете, а, сержант? Вы же знаете, что это... Вы же знаете, вы же как юрист, вы должны быть Конституцию знать. Я старший сержант. Хорошо, старший сержант. Түсінесіз ба, мен ондайға араласамаймын. Оған төреға жүр, төреға. Не, ну вы должны быть в мере, вы же как вы здесь. Вы здесь. Нет, вы здесь закон же. Конечно. Вот тогда соблюдайте, призовите их соблюдать закон. Вы же не призываете их, а это же нарушение прямой Конституции. Вы должны соблюдать закон, то есть смотреть за соблюдением закона. Извините, вот стоит Турага. А что извиняться? Вы перед законом будете извиняться, а не передо мной. Турага стоит, ему обращайте. Да уже обратился, а вы должны соблюдать. Вы за бездействие. Вы же видите, что они закон наблюдают, нарушают. Вы же видите, что они закон нарушают. Почему вы бездействуете? Вы должны сказать, что вы нарушаете закон. Вы как представитель закона же. Вот старший сержант Абылкасымов за бездействие. Потом, я не знаю, я просто это буду все, не знаю, потом обжаловать буду. Конечно, потом уже поздно будет. Сейчас еще в прокуратуру позвоню я.